Вот еще гриб. А, это мухомор. Опа, это что такое? Что это? Это какая-то военная база? Или что? Ой, там кто это? Ой, походу я не куда-то зашел. Стоп, это не похоже на людей. Че? Давайте надо поближе подойти посмотреть. Кто это? Тут, ну, больше ничего нету, никого. Кто? Стойте. Ё-моё, это не человек. Это точно не человек. Ё-моё, бегу, 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 бегу. Надо отсюда бежать. Это какая-то военная база или лаборатория. Ах, ну да, я слышал по телевизору, говорили про какой-то вирус. Изучали в лаборатории. Походу, это та самая лаборатория, где изучали новый вирус. И, походу, выбрался. Где он? Что это за существо? У меня вот такой, блин, вопрос. Ах, ну да, всем привет, с вами по-прежнему Тумер. И сегодня я наткнулся на какую-то лабораторную базу. Я просто собирал грибы, чтобы сделать грибной суп. Но я не люблю грибной суп, но я пошел за грибами, чтобы выжить. Я наткнулся на каких-то мутантов или кого. Я даже не знаю, кто это, но я лучше побыстрее побегу домой от этих мутантов. Ну, будем их мутантами называть. Все, надо бегом бежать назад в деревню. И иначе мне будет капец. Так, где, блин, где-то в той стороне. Но я ходил по лесу. И примерно я даже не знаю, где деревня. Ну, не деревня, поселок или что там. Ё-моё, так, где это? Вот, наконец, нашел этот, блин, поселок. Стоп, это не где я живу. Ладно, пофиг. Так, это что? А, это больница. Так, интересно, здесь кто-нибудь сейчас работает? Надеюсь, здесь кто-нибудь есть, и рассказать об этом вирусе, то, что он выбрался, блин, всех предупредить. Тут еще грибы растут. Походу, тут никого очень давно не было. Или эта больница нерабочая? Не знаю, блин, даже. Может, наверху кто-нибудь есть? Так, блин, походу здесь, наверное, никого нет. Раз я упал, то другой кто-нибудь будет залазить и упадет. Ну, наверное, эта больница заброшенная. Растут грибы уже растут. Или она не рабочая. Магазин! А вот в магазине точно кто-нибудь должен быть. Иначе как люди будут покупать еду? Так, здесь никого нету. А почему здесь никого? Стоп, это... Ё-моё, блин! Этот мутант выбрался из этой лаборатории. Он сюда идет, блин, 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 блин. Так, бегом, 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 бегом. Так, убегаем, бегом. Так, где он? Он идет за мной, ё-моё, блин, блин, блин. Так, бегом сюда, сюда, сюда. Так. Закрываем дверь, дверь надо закрыть. Так. Все, он не попадет сюда. Надо бегом убегать отсюда. Так, блин, я нашел в каком-то доме пистолет. Надеюсь, он мне поможет от этих мутантов. Так, надо испытать этот пистолет на этих мутантов. Я как понял, в деревне никого нету. Или это поселок? Так, давай и... Стреляй, да! Оно стреляет. Я впервые с пистолета стреляю. И да, он помогает от этих мутантов. Вон еще один, но ничего, я с ним справлюсь. Так, прям, блин, в голову почти. Так, что, нет, блин, нет патронов, походу, бегом. Надо найти убежище какое-нибудь, чтобы переночевать. Ё-моё. Уже третий день, как я выживаю, и я так никого из живых не нашел в этом поселке. Да, никого не нашел. Так, двери надо закрыть. А то зайдут эти. Ладно, надо взять свою еду. Ладно, это у меня последняя еда. И оружие надо взять, дробовик. Это все, что у меня есть из вещей. Ну, хотя бы дома открыты, чтобы взять. Оружие там. Ну, у кого есть оружие. И всякие вещи. Чтобы хотя бы хоть как-нибудь выжить. Так. Интересно, здесь кто-нибудь есть? Так, пожалуйста, пускай здесь кто-нибудь будет из выживших от этого вируса. Так, тут... Так,
Походу, здесь никого нету. Так. Вон мутант идет. Блин, давайте бегом его застрелим. На. Бегом, блин, надо убежать в укрытие, ё-моё!